11 марта 1945 года. В течение 11 марта юго-восточнее Данцика бойцы Красной Армии, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли более 40 населенных пунктов. В районе Кольберга наши войска вели бои по уничтожению гарнизона противника, блокированного в восточной части города. В этом районе взято в плен свыше 1600 немецких солдат и офицеров. За 11 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 168 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 102 самолета противника.